влечение мое странное и простой, как лед нетающий, и любимое, и желанное, непонятное окружающим. Ну а мне ничего нет радостней, как пройтись по туману снежному, мотыля нацепить и молча ждать, и смотреть на кивок с надеждою. Очень много молодежи. Вот она, молодежь, с нами, и мы вместе с ней. Мы проводим мероприятия и для молодежи, чтобы они знали, чтобы они тоже были хозяева всех наших спортивных мероприятий по здоровому образу жизни. Я благодарен руководителям предприятия. Все бесплатно. Грейтесь у костра, общайтесь, обменитесь опытом и находите своих друзей. И сегодня, я думаю, не будет побежденных. Сегодня будет множество призов, поверьте мне. Так что будет очень интересно. Я думаю, никто не будет обижен. Добрый путь, дорогие друзья. Еще раз спасибо гостям, спонсорам. Это Олег Игоревич Картунов. Уважаемые участники и гости фестиваля, пожелать всем успехов. Также хотелось бы отметить организаторов. Уважаемые новочебоксарцы, дорогие, уважаемые гости, любители и профессионалы рыбалки, позвольте поприветствовать вас всех от себя лично, от имени администрации города. Добро пожаловать на это замечательное мероприятие. 5 лет не проводилось данное мероприятие, данный фестиваль. Возродить этот фестиваль, потому что искренне считаю, что у города должны быть свои традиции. Мы должны их сохранять, мы должны их создавать и развивать. Это важно для нас, чтобы город такими мероприятиями был узнаваем в России. Согласны со мной? Дорогие друзья, вместе с тем, мы с вами сегодня здесь вместе. Праздник замечательный. Давайте хорошо его проведем. Хорошие рыбалки, хорошие ловли, подышим воздухом, пообщаемся. Но ограничения коронавирусные никто не отменял. Здоровье вас, здоровье каждого. Для нас это приоритет. Пожалуйста, я очень прошу, вместе. Площадка большая. Значит, берегите себя и аккуратно на льду. Это тоже вопросы безопасности. И весь 2021 год проводить чаще, больше и массовее. А данному мероприятию, фестивалю, желаю, чтобы с каждым годом участников было все больше и больше. Договорились? Будем беречь друг друга. Здоровья всем! Ну что, начинаем? Дорогие друзья, только что позвонил глава Чувашии, он в Москве находится, Олег Алексеевич Николаев, по государственным делам, и просил передать большой привет всем рыбакам, которые участвуют в этом празднике. Привет большой от Олега Алексеевича Николаева и успехов! Спасибо, Анатолий Геннадьевич. И так звучат фанфары, дорогие друзья! Дорогие друзья, еще хочу сказать, вот никогда, как никогда, администрации города, правительство Чувашской Республики, вот именно глава республики, вот именно так прям все заинтересованы были при проведении этого мероприятия, и на самом деле все отнеслись очень ответственно и добросовестно. Спасибо администрации города Новочебоксарска, правительству Чувашской Республики, а именно Олегу Алексеевичу Николаеву и нашим депутатам Государственной Думы. И Анатолию Геннадьевичу Аксакову за главный приз. Спасибо. Друзья, под ваши аплодисменты в честь торжественного открытия звучат фанфары. Мы аплодисментами благодарим почетных гостей праздника зимней рыбалки «Рыбак-рыбака-2021» за теплые слова на пульсе и приглашаем быть зрителями и самыми активными болельщиками соревнований по рыбной ловле. Друзья, для ознакомления с программой проведения соревнований к микрофону приглашается член Организационного комитета 17-го Республиканского фестиваля спортивно-любительской ловли «Рыбак-рыбака-2021» Иван Сергеевич Семенов.
От лица всего оргкомитета, а это более 100 человек, мы рады приветствовать всех участников и гостей 17-го республиканского фестиваля спортивно-любительской ловли «Рыбак» «Рыбака-2021». Хотелось бы обозначить основные правила и порядок проведения турнира фестиваля. Итак, участники несут личную ответственность за соблюдение мер и техники безопасности во время проведения фестиваля. Турнир проводится в два этапа. В зонах водной акватории, определенных судейской коллегии. Если смотреть, по правой стороне от меня будет огорожена территория. Дальше туда рыбачить ходить нельзя. Здесь территория свободна, рыбачить ходить можно. Обращайте внимание на судейскую коллегию, которая скоординирует, и волонтеров в том числе, скоординирует вас по перемещениям. Запрещается находиться в 500-метровой зоне, охраняемой отчуждения Чебоксарской ГЭС. Принимается одна самая крупная пойманная рыба, разрешенная правилами рыболовства для любительского лова. Отдаем только одну самую крупную пойманную рыбу. Главного турнира и обладателем гран-при фестиваля «Рыбак-рыбака-2021» становится рыбак, поймавший в финальном турнире наибольший по весу улов. Поэтому после финала взвешивается вся пойманная рыба только в финале. За знание участниками правил соревнования ответственность несут сами участники. Ну а сейчас встречайте бурными аплодисментами чувашский народный фольклорный ансамбль «Щелгуш», руководитель Александр Павлов. Отпросился на рыбалку у любимой жены. Я проснулся с позаранку, и уже забыты сны. За окном седая вьюга и несуточный мороз. Я в свою удачу верю, протю на морозе нос. Взял палатку с ледорубом и назывку взял Ерса. Я поехал за Налимом на рыбалку на живца. Лунку ровную просверлим мы с друзьями на реке, и Налима зарканим на жерлицу налегке. Зимняя рыбалка, всем музыкам закалка, только самый сильный с удочкой сидит. И в мороз, и в стузу лов подлёдный нужен, а если ты простужен, прими аперитив. Дерли-дерли, дерли-дерли, вот сидим, который час мы, и на лунку все глядим. В ней вода сверкает рябью, но не ловится налим. Мы и так, уже и эдак посветили фонарем. Ну чудо. Ну налим
плывет все мимо. На ерса не клюнул он. Да. Нас оставила удача. Нет, сегодня день не наш, а соседи так рыбачат, что вошли в рыбацкий раж. От налима нет отбою. В руки прыгает он сам. Не везет нам, что же делать? Возвращаться по домам. Зимняя рыбалка, всем музыкам закалка. Только самый сильный с удочкой сидит. И в мороз, и в стузу, лоб подлетный нужен. А если ты простужен, прими аквилитив. Дирли-дирли. Дирли-дирли. Я с рыбалки возвращался и заехал в магазин. Ну зачем? Мне с прилавка улыбался. Так нахально там налим. Да ну. Я купил 7 килограммов рыбы с ценником налим. Пусть улов и не богатый, но зато повержен с плен. Чуть не нырнул. Какой номер? А? Номер. 135. 135. Хорошо. На сколько? А? На сколько грамм? Ну, я не знаю, сколько на грамм. Сколько грамм, что ли? Ну, это... 150-200. 150-200. Ой, станет. Там станет, наверное. 120. 120. 120. 120. На норму даже не вытянул. 150. Ну что сделать? Первая рыбка. Ограничения не будем делать, потому что у нас по самой крупной рыбе идет первый тур. Да. Если они все это отпустят, то кто выйдет в финал? Никого не останется. Особенно на соревнованиях, то уже обращали внимание на то, что зимой, если поймаешь немножко меньше размеров, то опустить невозможно его, он сдохнет, во-первых. Во-вторых, соревнования и соревнования. На что поймали? Балансир. Вот, вот это побольше. Побольше. Сколько здесь хожу, днем никогда у них ничего не клюет. Прям в прямом эфире поймал, как говорится. Ну. Попробуем. Это на хорошем месте. А, понятно. Это чуть побольше.
сюда. Сколько здесь хожу? В будни, да? Ведь никто такие не ловит. Как сейчас вопрос? Погода сегодня. Подкормили. Специалист хороший, я так полагаю, так и да? 190 отнимаем. 115 отнимаем. 275. Да отдельно взвесьте. Сколько? 275, говорит. 275, это вот побольше. Хорошо. Достаточно хороший. Вы в 150 грамм уже хорошо. Вот удачно попал сюда. Ни хвоста, ни чешуи. Сейчас покрупнее еще будет, позовут там. Далеко не отходите, потом скажете. А это приста. Одна рыба нужна же, да? Или в общей надо? Самая большая нужна. Самая большая, но. А потом отдаем рыбу и. Да, а потом. Только одну большую сдаешь. Нет. А во втором? Во второй. А во втором туре уже полностью все. Нет. А все вместе. На втором туре ты сколько наловишь, общий вес будет. Все ясно. Вроде так. Все собирать надо. В этом году вроде так они сказали. Все собирать надо? Да. Весь улов? Да, весь улов. Весь улов собирать надо? Во втором туре весь улов. Ну, опускать не надо. А все большую. Заново начинаем ловить, да? Да. Одну так большую. На всякий случай. Это уж крупнее ёрш. Да больно ни у кого не клюет. Я вот смотрю специально. Вот здесь только вроде бы как. Только. Ну, может, проглядел. Бывает такое. Всех же невозможно обхватить сразу. Вот смотрю все равно. Вон одни далеко вообще ушли. Одни далеко вон там рыбачат. Вон один еще поймал. Ну, он, наверное, не участник. Шарфа нету, да. И пакета желтого нету. Ветер поднимается, да? Прямо в снежную метель. Путь наш был не так уж долог, ветер дул во все бока. Никакой метеоролог не удержит рыбака. Это кто орет в тумане, руки скинул до небес? Это мой сосед в пучине, вызывайте МЧС. И не шапка, и не валка, рыба видит чудаков.
экстремальная рыбалка, бич подолетных рыбаков. Мой сосед сплошной чудило, закадычный корешок, он на зимнее удило присобачил поплавок. Мой сосед придурок Миша точит острове добур, у него проблемы с крышей, он по жизни сабатур. Это кто орет в тумане, руки скинул до небес? Это мой сосед в пучине, вызывайте МЧС. И не шапка, и не волка, рыба видит чудаков. Экстремальная рыбалка, бич подолетных рыбаков. Клюнул хилый окунек, мы с Романычем припрыжку открываем пузырек. И пока мы наливали для согрева по 100 грамм, ветры льдины отгоняли прямо к финским берегам. Это кто орет в тумане, руки скинул до небес? Езя на килограмм надо, езя. Ясь на блесну не клюет, на мотыль. Нас судаком не удивишь. Вот езем. Это другое дело. Да нет, не то, что не мое. Лучше летом посидеть с поплавочком. Обалдеть. На Налима пару раз сходил нынче зимой. Мне выше крыши удовольствия. Он вытащил. О, хороший судак, он, смотри. Он прямо. Идешь? Да, вот, смотри. Он руку вытянул с рыбой. Смотри, хорошенький. Это уже финал. Да. Вон где эти, ну, натянуто. Увидели? Такой грамм на 200 берж. Даже больше, наверное. Одну пока, да, поймали? Одну, да. Ну ладно, хороший это, да. Экземпляр. У тебя нормально, что ли? У тебя тюлька, блин, старая попалась. Тюлька у меня. Команда будет, еще там? Поднял, вот так, да, будет. Видели. Так что... Езя ждать. Ну, как бы, надежда умирает последней, как? Что? Я говорю, надежда умирает последней.
себе счастье. Да, забирайте наши призы. Отдыхаем. О, 250. Поймали, что ли? Сейчас арестуют. Да. На сегодня можно, наверное. На сколько? Ну, скоро приду. То я по бурю сказал уже. Да, 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 да. Ты обедай, давай, отдыхай потом, ладно? Я в валенках по льду вперед иду. Мне в выходные дома не сидится, ведь всю неделю я рыбалку жду. Ворчит жена, что мало помогаю, что занят вечерами ерундой. Я чертиков кручу, крючки паяю, зато я рыбку приношу домой. Ах, ёршики мои и окунёчки, цепляйтесь за мормышку поскорей. Проходят быстро зимние денёчки, когда из лунки тянешь окуней. Золотая на мой попалась на тройной крючок. Теперь пускай исполнит три желания, потом на волю, я не дурачок. Хочу я лыжи, валенки и санки, и в Арктике хочу на льдине быть. Жена меня там точно не достанет, и буду там спокойно я удить. Ёршики мои и окунёчки, цепляйтесь за мормышку поскорей. Проходят быстро зимние денёчки, когда из лунки тянешь окуней. Друзья связали руки, чтоб я скромней показывал улов. А я сказал им правду, что у щуки глаза в кулак и весит будь здоров. Друзья пускай маленько посмеются, ну а жена не будет скалку брать. Они же знают больше всех на свете, люблю зимой я рыбку потаскать. Ах, ёршики мои и окунёчки, цепляйтесь за мормышку поскорей. Проходят быстро зимние денёчки, когда из лунки тянешь окуней. Мои и окунёчки, цепляйтесь за мормышку поскорей. Проходят быстро зимние денёчки, когда из лунки тянешь окуней. Когда из лунки тянешь окуней. Когда из лунки тянешь окуней. Всё окей. Специально оборудованные ворота. А зрителям ходить на лед. Сошел. Но самое главное все-таки о воде. Верно? Конечно. Идя на рыбалку, мы с вами отдыхаем. Отдыхаем на природе. Да,
И пока судьи определяют самых флагов. И, конечно же, не забывайся. С праздником! Замечательный человек, который... Я думаю, друзья, все прекрасно знают эту игру. Это несложно. Приходите, участвуйте. Хлеб. И мы сейчас узнаем правила этой. Зеленый кролик, если я не... А, зеленый кролик сегодня вместе с нами. Нас развлекает. Это день еще ярче и интереснее. Спасибо, Андрей. Морозец нынче знатный, кружит по земке пыль. У рыбака насадка, рубиновый мотыль. Не страшны рыболовам ни дождь, ни летний зной, ни лютый зимний холод, ни ветер ледяной. И при любой погоде на гладком льду реки свой выходной проводят у лунок рыбаки. Вот тронул кто-то смело послушный поплавок, рыбак привстал и сделал стремительный рывок. Знакомая поклевка так окунь лишь берет, рыбак легко и ловко поднял его на лед. Большой, спина крутая, попал на мотыля, с него вода светает, как блестки хрусталя. Кругом лежит пороша, морозит все сильней. Сегодня клев хороший, красавцев окуней. Не страшны рыболовам ни дождь, ни летний зной, ни лютый зимний холод, ни ветер ледяной. И при любой погоде на гладком льду реки свой выходной проводят. Не страшны рыболовам ни дождь, ни летний зной, ни лютый зимний холод, ни ветер ледяной. И при любой погоде на гладком льду реки свой выходной проводят у лунок рыбаки. Потрясающе! Как ваш улов, я вижу рыбку у вас в руках. Вы довольны результатом? Ну, конечно же, немного недовольна, потому что, как у всех, это очень мелкая рыба. Хотелось бы поймать покрупнее. Скажите, пожалуйста, вот для всех, кто еще не был на воде и не был на льду, как там атмосфера? Холодно, тепло, весело или грустно? Слушайте, на самом деле на льду очень весело. У нас было большое количество рыбаков, и каждый друг другу чем-то помогал, какие-то советы подбирал. Снасть говорил, какая глубина. Поэтому всем, кто не принимал участие в этом году, я советую обязательно принять участие. Да, в следующем году, я думаю, что участников этого фестиваля будет гораздо больше. Фестиваль сплачивает, поэтому, уважаемые рыбаки, кто сейчас дома? Зря вы дома сидите. К нам присоединяйтесь в следующем году. Спасибо вам большое, хорошего настроения, наслаждайтесь праздником. А мы продолжаем, друзья. Концерт и небольшая информация для всех участников фестиваля. Хорошо бы нынче пасмурный денек. Эх,
посверлили буром изо рта паром. Да сидим над лункой, сторожим кивок. Как пошла поклевка, много суеты, набросаем на лед рыбьи хвосты. Подзамерзли руки, подыши парком, попляши ногами, подкрепись чайком. Эх, зимняя рыбалка, пасмурный денек, длинной канонадой потрещал ледок. Эх, на ресницах иней изо рта порог, западный отныне лучший ветерок. Все, пора на берег, собрались вперед, шагом по тропинке повалил народ. Неплохой сегодня выдался денек, даже попадался крупный окунек. Эх, зимняя рыбалка, покряхтел ледок. Команда «Богатыри» Новочебоксарск и команда «Новчик». За, пожалуйста, конуса безопасности. Правила очень простые. Новчик сюда. Новчик на эту сторону, да. Там богатыри новочебоксарца. А правила очень простые. Нужно перетянуть канат. Зеленая отметка должна, не должна пересечь красную зону, обозначенную центральным конусом. У вас будет три попытки. До двух побед. Соответственно, ну, если будет 1-1, будет третья попытка. Сразу говорим, обвязываться нельзя, бросать канат нельзя. В вашей команде должно быть 6 человек. 6. Раз, два, три. Погнали, болеем, переживаем! Благодари! Так, давай, Новчик, чуть-чуть впереди. Метр тянет, метр, полтора, два, есть! Поменялись сторонами. Богатыри, не уходим на ту сторону, пожалуйста. Сейчас будет вторая попытка. Новчик на ту сторону. И победитель остается в зоне видимости и слышимости для участия в следующем круге. Не уходите. Новчик, канат, возьмите в руку, натяните, пожалуйста. Так, проверяй, Новчик, проверь, чтобы было 6 человек. Так, богатыри, у вас есть шанс. Там больше не помогать. Нет, богатыри, они самые-самые Новчики, сильные. На счет 3. 1, 2, 3. Есть. Новчик проходит следующий круг. Не расходитесь. У вас будет полуфинал. Новчик, вы в полуфинале. Аполлоны и 72-й цех. Мужики, их импров, вы где? 72-й цех, мужики! Взяли канат в руки, Ирина готова? А и так, как капитан команды, Ирина командует на старт. Внимание, поехали! Смотри, какая упорная борьба! Кипром не сдается! Аполлоны, ну держи! 1-0, 72-й, поменялись сторонами. Упертые и погранцы, следующая пара. Шесть человек, мужики! Белка у нас занята. Не надо на белку. Белка нам самим нужна. Аполлоны готовы? 72-й цех готовы? 1, 2, погнали! Стоп! 1-1, поменялись сторонами. Начали! 1-1, двум попыткам. Решающая встреча. Итак, 72-й цех и Аполлоны. Давай, Аполлоны, сдержись! Есть!
62-й человек побеждает и выходит в полуфинал. Старт! Внимание! Поехали! Итак, стоп, погранцы 1-0. Поменяли сторонами. Пока погранцы ведут. Упертым нужно отыграться. Считаю команду 3, 4, 5, 6. 6. Внимание, готовы? Начали! Стоп! И вновь 1-1. Меняемся сторонами. Встречаются две рыбные команды. Команда «Судак» и команда «Ерши». Выходим. 3, 4, 5, 6. На счет 3. 3. Стоп. «Ерши» 1-0. Поменяли сторонами. Ерши 1-0. Поменяли сторонами. Сейчас пойдем. Внимание! Стоп! Ерши выходит в полуфинал. Молодцы, Ерши! Дед Анисим и Ратник! Дед Анисим, командовать будешь, когда я скажу марш! Вижу! Раз, два, три, четыре! А где пятый? Шестой у вас! Дед Анисим, шестого надо! Отлично, нашли шестого. Ладно, хоть не третьего. Ратник готов? Готов. Силы, не упираетесь? Одной ногой можно будет постоять. Внимание! Начали! 1-0, стоп! 1-0, Ратник. Так, мужики собрались. Дед Анисим, на ту сторону. На ту сторону переходим. Ногами уперлись. Ногами уперлись. Уперлись ногами! Уперся ногами, говорю! Вот как я, посмотри! Не видишь? Вот, вот и все! Раз, два, три! Стоп! Ратик 2-0, Ратик выходит в полуфинал! Погранцы я вижу! А где 72-й цеп? Давай-давай, подтягивайся, пожалуйста! 72-й готовы! Взяли канат. На счет три. Три. Раз. Стоп. Погранцы 1-0. Поменялись сторонами. 1-0. Погранцы поменялись. Да, это заявка для участия в финале. На счет три. Раз. Два. Три. Погранцы 2-0. Отдыхает, выходит в финал. Новочебоксарская команда Ерши приглашаются. Команда Ерши и Новочебоксарск. Начали! Стоп! Новчик 1-0. Итак, Новчик готов? Да! Ерши готовы? Внимание! Начали! Есть! Есть! Новчик выходит в финал. Итак... В финале встречаются погранцы и Новчик!
Выходим по гранце, и Новчик встречается в финале. Видим и Бельчонка, Бельчонок капитан команды Новчика. Новчик берет канат в руки. Половина Новочебоксарска болеет за Новчика, половина болеет за погранцов. Отпустите, погранцы, отпустите. Готовы? Владимир Борисович, можно? Натянули канат. На старт Нюри Маш! Что называется, никто никому не хотел уступать. Вот наши мужики! Давай, держись! Держись, погранцы! Новчик 1-0, погранцы поменяли сторонами. Вот про что я говорил, про зону безопасности. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Не заходите за конуса, иначе вас могут тоже привлечь на перетягивание каната. Итак, 1-0 Новчик ведет. Погранцы просто так не уступят, не думайте. Погранцы взяли. Взяли и взяли. Мужики, не подходите близко. Сергей Иванович, там все хорошо? Хорошо. Новчик, готовы? Итак. На счет три. Раз, два, три. Это финал. Встречается команда Новчик и погранцы. Новчик ведет 1-0. Пытается вырвать победу. Идет движение. Держись, погранцы, держись, упирайся. Стоп. Итак, Новчик команда выигрывает финал и встречается в суперфинале с командой Рокки. Итак, команда Новчик у нас победитель турнира. И приглашаем команду Ратник. Рыбку половили, кашки поели. По соточке раз и взяли канат в руки. И выиграли. Ратник и полупрофессионалов Новчик, которые умеют все, и рыбу ловить, и канат тянуть, и еще кое-что умеют. На счет три. Раз, два, три! Ратник 1-0. Поменяли сторонами. А я знаю, почему Новчик проигрывает. Народ не болеет за Новчик почему-то. Давай, народ, поддержим наших мужиков. Новчику уперлись. Три! Взяли! Раз! Взяли! Раз! 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 Вот что значит ваша поддержка! Давай, Новчик, не уступай, Ратнику! Давай, давай, давай! В любовной борьбе в суперфинал выиграл команда Ратник. На награждение приглашается команда Новчик и Ратник! Команду Новчик, но получают призы обе команды! От оргкомитета соревнования «Рыбак» «Рыбака» 2021. Поздравляем победителей, призеров. Подарки сегодня у нас от кондитерской фабрики «Акон», Чувашского хлебзавода номер 2, а также от компании «Пивоварня» компании «Букет Чуваши». Благодарим партнеров всех за принятие участия и предоставленные подарки. Итак, поехали. Итак, награждаем команду «Ратник», победитель суперфинала. Вы не думаете, там не минералка. Там от специальный приз от букета Чуваши. Орешки
Все есть, все пригодится сегодня. Закуска есть, короче. И команда, занявшая третье место, по гарантии приглашают на награждение. Все, молодцы, Новчик, красавчики были просто сегодня. За вас весь народ болел. Такие состязания у нас только что прошли. Давайте поаплодируем нашему главному судье Андрею за такое проведенное мероприятие. Того прямо сейчас здесь, на этой сцене, будет разыграна праздничная лотерея для всех, кто зарегистрировался и принимал участие в соревнованиях. А на самом деле я не одна сегодня. Я сегодня со своим коллегой Захар Кривакижи прямо сейчас. Друзья! Все те, кто сегодня зарегистрировался в главном турнире фестиваля «Рыбак-рыбака-2021», получили жетончики, получили 9 классных подарков от партнеров нашего сегодняшнего фестиваля. Ну что, мы начинаем? Ну, остались еще? Так, есть, отлично. Давайте мы все положим, все у нас по-честному. Без разницы какой. Я задам. Мне кажется, все хотят лодку. Лодку? Лодку получит только тот, кто сегодня выиграет главный приз, гран-при. Следующий подарок от ресторана «Киликия», который любезно дарит нам возможность подарить утюг. Друзья, кому нужен утюг? Ничего себе! Тогда ручки выше и... Остается он у меня. Участник под номером 226 прямо сейчас приглашается на нашу главную сцену. 26 и его утюг. Как хорошо, что скоро 8 марта. Смотрите, вот мужчины правильно делают, чтобы не замерзнуть. Все вместе. Идите сюда, вот ваш утюг, давайте мне ваш номер. 200. Держите утюг, да? 226, все верно. Поздравляю. Замечательно, утюг разыгран. Ну что, двигаемся дальше. Ой, и можно этот подарок принесу я? Эти ручки выше! Я думаю, что сегодня с горяченьким чайком. Номер 137, все верно. Спасибо большое, поздравляю. Ваня достает счастливый билет. Ну что, спасибо, поздравляем. Подарок вам. 223. Кто зарегистрирован под номером 223? Поднимайтесь на сцену. 223, раз. С первого этапа человек мог просто замерзнуть и пойти домой варить утку. Не замерзнул. Ах, рыбалка, ты моя зимняя, километры снега и метры льда, моя трудная и красивая, заболел тобою я навсегда. Ты радость моя и бедствие, отдых мой, что активнее некуда. Ты причина моя и следствие, и услада ты, и моя беда. Эх, да это же наслаждение, наловиться льда вертких окуней и наслушаться снегопения, наглядеться вдаль, что небес белей, оторваться и обкуражиться, и устать, чтоб болели плечи, и петь песенку, что привяжется, и домой возвратиться к вечеру.